Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова интернет-канал Максимадзе. И сегодня у нас опять рубрика «Мода на игру КДС-соседа», которую присылают подписчики или просто гости канала. Сегодня у нас будет два мода. Оба мода мы с вами оценим, конечно же. И сегодняшний мод у нас называется «Хардкор 2», КДС-соседа 2 «Хардкор». Сделал этот мод Манкей, которую делает довольно-таки плохие, хорошие в смысле моды, вроде микс. Сюжет тут даже есть, давайте посмотрим. Ей пропажа людей. Ходили слухи, что у нас поселился маньяк в заброшке. Это все? Отличный сюжет. Что ж, менюшка такая вот корявая. Я, по-моему, это даже, кстати, старая версия. Я новую не смог нигде найти, где скачать. Может это последняя версия, но, по-моему, есть еще более новее. Другие версии я не нашел, нашел только эту. Ладно, давайте посмотрим. Менюшка выглядит реально страшновато, но уже так реально настораживает. Интересно. Добро пожаловать в подвал. Подсказка, выключи игру. Не, пошел нафиг, не буду выключать. У нас в квартале происходили различные убийства. Ходили слухи, что в пятом доме проживает маньяк. 5 дней назад я пошел к нему за солью. Услышав странные звуки в подвале, туда побежал. И все. Даже вот такое вот освещение и все такое. Да, он туда побежал, и вот что случилось. Или то, что написано в описании, это... Он сказал, о, выйти из игры нельзя. Жалко. Ну, сосед, маньяк этот уже кого-то успел убить. Выглядит неплохо, я вам скажу. Автор постарался. Блин, выйти нельзя. Ну-ка, давайте сразу посмотрим, что будет, если нас сосед сейчас увидит. Я просто в настройки хочу зайти посмотреть. Как-то странно немного это выглядит. Ну и тут коряво чуть-чуть сделаем. Посмотрим, что в настройках. Время отключить нельзя? А, я уж думал, зависло все. Хороший мод. Ладно, попробуем еще раз. Чё-то игруха вылетела, друзья мои. Ладно, давайте попробуем еще раз. Тут какие-то пакости вообще новые, я смотрю. Так, ну, деваться некуда. Нам не уйти никуда. Попробуем еще раз, ладно. Первый раз я запускаю этот мод и не знаю, что здесь будет. Так что попробуем еще раз. Что-то игра вылетела в тот раз, и не знаю почему. Ну да, это первая версия. Баганутая, все такое. Будет даже, когда заходит, вот так вот не делает. Йоу, типа такого. Здесь 3 пакости всего, да? Блин, черный экран, не вижу ничего. Мешок с кровью. А, черный фломастер этот. Понятно. О,
Вот это лицо у него. Пора сваливать. И у нас это вряд ли получится. Ну, естественно, я так и думаю. Что ж, пакости я понял. Вот только... как пройти, я не знаю. Я видел прохождение, там с читами чувак проходил. Пикник каннибала. Выйдя из подвала, я направился к входной двери, но она исчезла. Когда я был в раздумьях, слышались шаги соседа, я спрятался в ванной. Из шкафа доносилась вонь. Сосед вытащил из него мясо. Вот дерьмо. Ну, давайте попробуем. Первым уровнем я разобрался, вот только скорости не хватает. О, мы даже не входим никуда. Ух ты, интерьер неплохо сделан. Мне даже нравится. Минутку, а где сосед сам? Блин, откуда он взялся? Куда вела эта дверь? А, блин. Здесь ничего нельзя взять? А, можно в мешках спрятаться. Ух ты, неплохо таки сделано. Только где брать предмет? С этим ничего не сделаешь одними же, одними только кнопками. А, на стул посмотри. Куда он пошел? Какая-то комната невидимая, походу. Он в подвале, который я не могу посмотреть. Отличная идея, кстати. Дверь, в которую мы не можем зайти. Здесь нет ничего. Что-то я удивлен как-то немного. Ой-ой-ой. Сейчас попробуем еще раз. Какие противные звуки все-таки. Попробуем еще раз. Я, кажется, понял, как эту игру проходить надо, бля. Проверяем комод. Я помню, что там в нем ничего нет. Заглядываем сюда. Аптечку посмотрим. Понятно. Какие же все-таки отвратительные звуки, я вам хочу сказать.
Да блин, Рустем пишет опять. Надоел уже. А хорошая реальная идея с мешками. Он еще и там двигается, нифига себе. Манке реально постарался над этим модом. Я ему плюсик поставлю, наверное. Спирт для растирания сюда давай. Ну и все. Наверное. Блин, вот эта вот рожа меня вообще напрягает очень сильно. Блин, минута всего осталась, я что-то не уверен, что успею за это все сделать. В тумбочке что-то было? И так надо быстро посмотреть. Нет, ничего не было. Ладно, давай иди быстрее, осталось всего 35 секунд, скорее всего, не успею. Но, кто знает, может и успеет. Нет, скорее всего, не успеет. Тут, как, тут сработала всего одна пакость, а еще есть какая-то, да? Не, не успеет, это все, это конец. Вот этот еще третий пакт, потом идет четвертая. Ну все. Ладно, с этим уровнем тоже разобрались. Пройти его почти нереально тоже. Просмотр смерти. Слушай внимательно, надеюсь, меня никто не подменит. Это первый подобучающий уровень, бла-бла-бла, не важно. Описание такое же, как в первом хардкоре. Что? Где я? Не надо... А я думал, не будет ничего. Я в ловушке, сосед умер. Сосед умер, а потом меня застрелил невидимый гонец, наверное. Ну и последнее, что у нас здесь. Ух ты, нифига, какие глюки. Скорее всего, такие глюки специально даже сделаны, чтобы проходить противно было. За полторы минуты вряд ли он это все успеет сделать. Хотя, кто его знает. Почему он бежит вообще хрен знает где? А, туда нельзя пройти? Шкаф, давай, быстро. За минуту вряд ли мы это успеем, но попробуем, конечно. Как меня напрягает эта рожа внизу. Минутку, а куда мне деться? А как я... Минутку, а как сюда? А как я попал сюда? Интересно. О, нет. Это самый бесячий звук для меня. Давай. Куда? Отлично, ну... Хотя бы... в смысле... Это все?
Это что вообще было сейчас? Наверное, автор специально так задумал. Ну ладно. Мы поняли, что никакой уровень тут не пройдешь. Ладно, короче. Несмотря на то, что мод безумно адски сложный, и его хрен пройдешь. Манкей очень неплохо постарался над уровнями. И какую же мы поставим оценку? Этот мод получился хороший. Манкей всегда старается над модами, и здесь у него тоже более-менее получилось. У нас есть еще один мод, который вы увидите сразу же после короткой рекламы. А сегодня хочу прорекламировать канал, который называется «На обозе». Автор канала тут рассказывает про такие автомобили, как Toyota Taunus, Litais и прочие микроавтобусы такого же плана. Рассказывает и показывает о модификации автомобиля и о ремонте. Выглядит это все вот так вот. Вот такая у нас получается столешница. Контуры ее повторяют наш вот этот вот тоннель. Знаменитый 30-х кузовов тоннель. Он очень удобный, да, тут, но когда мы ставили, допустим, кружку с чаем, да, там термос, что-то там шевельнешься, и здесь все падало. То есть... Еще у этого автора канала есть рубрика, называется «Бусобос». Любой желающий, у которого есть такой микроавтобус, может снять про него видео и отправить к нему на канал. Помимо всего этого, Виталий, так зовут автора канала, снимает также про свои различные путешествия. Ну и в конце концов, каждое воскресенье он проводит стрим, на котором он отвечает на вопросы зрителей. Кстати, у него очень хорошее чувство юмора. Блин, Максимация, ты бы нормальный ник написал какой-то, пишешь там какой-то Андреас, Папа Андреас. Короче, переходите и подписывайтесь на этот канал. Здесь душевно. И что ж, это снова канал Максимазы, и мы продолжаем смотреть на моды. И этот мод, наконец-то мы ушли от ужасов и можем успокоиться. Что это за мод? Выглядит как когда соседа 2, но логотип из первой части. Мне его прислал Эрнис какой-то. И его зовут Глеб Банников. Именно он прислал его. Выглядит как из второй части, но все вроде бы по оформлению первой части. Он сказал, что это типа демо или что-то такое. Ну, давайте, в общем, посмотрим. Пилотные серии. Описания такие же, читать их даже не будем, я думаю. Отсылка на... Это Спайди, по-моему, что ли зовут его? Или не он? Это Эндрю Сэм. Ну и все. Отсылок больше нет, к сожалению. Этот мод мне прислали в группу ВКонтакте прям. И уже причем давно прислали, а я так и не посмотрел. Ой, что это с анимацией такое? Ух, наконец-то ужасы закончились. Реально можем успокоиться. Этот уровень не поменялся. Я так... А как насчет этого? Я так и думал, что тут ничего не изменилось. Ну что ж, посмотрим. Сосед пришел с магаза и домой и смотрит за птичками. Редко застанешь у мирно сидящим в кресле. Может, он просто что-то высматривает. Понятно. Понятно наблюдение за птичками, бля. Может, он не за птичками все-таки смотрит, а на что-то другое. О, что это такое? Откуда он появился? А где сосед? Ай-яу! Минутку, что это? Это что такое сейчас было? Ой! Нет, что-то я ничего не понимаю. Что творится, ребят? Капец, ребята, что это происходит? Вуди нормально ходит, а с соседом что? Thank you.
Опа-на. А в этот раз он стал ходить нормально, бля. Стой, 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 стой на месте, стой на месте, блин. Ну-ка, он меня заметит, нет? Обалдеть. Беги давай, беги. Все, беги отсюда нафиг. Не, капец, что творится, ребята? Вот это что так происходит? Я что-то ничего не понимаю. А, сосед ничего не заметил? Я имею в виду про антенну. Куда? А это куда дверь ведет? А, вот мы где появились. Ну и все. Немножко странный мод реально. Немного смешной, немного непонятный. Что с анимацией такое? К соседу пришла Ольга и попросила посидеть с ее сыном. Сосед посадил его в гостиной, а сам развалился в кресле перед телевизором, бла-бла-бла-бла-бла. Темнеет уже опять на улице, бля. А он ничего не делает, просто сидит. Бежим наверх. А спрятаться нельзя под кровать. Какой-то странный немного мод. Не знаю, как автор такое сделал. Так, выбраться пока не можем мы отсюда. Хромакей опять, наверное, зафейлит, помехи начнутся, поди опять. Блин, я упустил шанс пойти наверх. А тут с Redemption 2 я записал серию, она, кстати, завтра выйдет. Там с фейлом записалась серия, там Хромакей начал, слишком поздно записал серию и... Она там это, помехи начались сегодня, поди тоже будут помехи. Блин! А как пойти наверх? Ага, если просто нажать, то не пойдет. А, и как? А, вот. Понятно. Куда? Не, не пойдем.
Как он в ванну поедет, интересно. Ну, я же сказал, комод открывай. Давайте хотя бы антенну перемотаем. Это мы не успеем. Никаким вообще способом. Понятно. Этот уровень я уже не смогу пройти, потому что я много чего упустил. Да блин, да что тут происходит-то, блин, вообще? Что вообще происходит-то, а? Вот, даже иногда бывает так, что даже непонятно, куда бежать. Понятно, давайте посмотрим еще. Еще ничего тут есть? Он сказал, что это демо, кстати. Автор мода. Эндрю Сэм, еще один. Ой-ой-ой. О, глюки пошли, ну зашибись. Посмотреть портрет Эндрю Сэма в действии, зашибись. Я успел сейчас, а? Никогда не видел, чтобы он с пирогом через дверь проходил. Вот. А, я взял уже? А у нас полно времени, чтобы портрет разрисовать. Да, хромакей 100% будет это самое помехи выдавать. Освещение говёное вообще, там на улице темно уже. Опять я решился вот снимать поздно. Не люблю зиму. Солнце садится очень быстро. Еще вроде бы день, а уже вон солнце садится. А, дальше понятно, все там пакости будут такие же, я уверен. Посмотрим, что здесь. Изменилось ли что-нибудь здесь? А тут что-то я изменений даже не вижу.
Тут ничего не поменялось, а здесь... Но это видно, что демка, и тут больше нет изменений. Ну что ж, какую бы оценку поставить этому моду? Блин, я даже не знаю, что поставить. Я этому моду я могу поставить, ну, мод получился, знаете, никакой. Реально, тот случай, когда не знаешь, какую оценку поставить. Вроде бы автор постарался, такой мод, рофл такой, можно сказать, сделать, когда непонятно, где сосед появится и так далее. Реально, нереально, ребята, не знаешь, где сосед появится, толком непонятно, куда бежать и все такое. И прохождение это реально сильно как-то усложняет, и не очень как-то это не нравится. Ну что ж, на этом все. Ссылки на скачивание обоих модов будут в описании. С вас лайкос, подписос, с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на КДС-соседы, то присылайте мне в группу ВКонтакте в обсуждение. Можете просто мне в личку ВКонтакте написать. Но мне кажется, что удобнее всего будет просто написать, кинуть ссылку в комментариях под видео. Ну все, всем пока.